Зрители КТК сегодня познакомились с телеведущей по имени Тохжан. На нашем канале состоялась премьера одноименного сериала. Творческая команда сценаристов, режиссеров, операторов и актеров работала над ним 5 месяцев. И теперь вам можно смело заглянуть по ту сторону экрана. Сериал «Тохжан» рассказывает о непростой работе журналистов. Как делают ток-шоу и какие страсти кипят во время съемок. Многие истории основаны на реальных событиях. Жала жапқаның үшін мен сізді сотқа берем. Сотта кездесеміз. Главная героиня – популярный диктор новостей, но девушку неожиданно понижают в должности, и теперь она вынуждена вести скучное дневное ток-шоу. Но Тохжан не сдается. Вместе с коллегами ей удается поднять рейтинги программы. Каждая серия – это отдельная история жизни героев шоу и журналистов. Для того, чтобы сцены были реалистичными, художники-постановщики выстроили в павильоне целые квартиры. В съемках задействовали даже нашу студию новостей. В эфире КТК сериал «Тохжан». Жан идет с понедельника по пятницу в 18:30. Также его можно смотреть на нашем YouTube-канале.